Я убежден, что здесь важную роль в урегулировании конфликтов, в выстраивании диалога между различными народами и государствами, в объединениями, в конце концов, людей могут и обязаны сыграть религиозные конфессии. Скажу вам прямо, настало время, чтобы ваш голос был настоятельным, и его услышали все политики и государственные деятели, от которых зависит мир и безопасность на нашей планете. Сегодня мы видим, что многие страны переживают духовный кризис. Эта угроза страшнее любых экономических вызовов. Да и все экономические вызовы именно от этого. В основе них лежит бездуховность. Кризис в головах. Это первопричина любых экономических кризисов. Добро, милосердие, любовь, вера – высшие человеческие ценности, которые всегда служили опорой для людей, рушатся на глазах. Коренное население европейских стран стареет, падает рождаемость. Эти негативные демографические процессы происходят на фоне нравственной деградации общества, разрушения традиционных семейных институтов и массового наплыва мигрантов. В конечном итоге все это может привести к трагическим последствиям и к вырождению всей европейской древнейшей, ценнейшей цивилизации. Нельзя допустить, чтобы люди потеряли нравственные ориентиры. Тот внутренний компас, который заложен в каждом из нас Господом и который позволяет нам отличать добро от зла –